очередная вылазка. Мне в лес за грибами. Нашел пока только два гриба. Он только в лес ушел. Мне это интересно, вот зачем вот они построили. Так, эх, у меня тут банк висит для сыроежек. Зачем поставили с лестницу? Я уже не первый раз сюда хожу. Просто интересно. Нашел двух масленок и подберезовик. Люди отдыхают. Ладно, пойду я. Надеюсь, сегодня что-нибудь соберу. Не только на жарку. Птички поют красиво. Где-то на сосне он не летает. Устанавливают новую линию электропередач. В том году лежали эти вот столбики, как их называют, алюминиевые. В этом году стали их собирать и строить. Не просто в том году лежали, вот их там, только еще даже не собранные. И ставят их с обоих сторон. Проезжаешь, когда видно, и там ставят, и там. Такие красивые они. Вот такие грибки стали появляться. Это меня радует. И не радует только, что их мало. Вот в этом лесочке обычно много подберезовиков. Но только один я попался пока. Ну, там вот мангал стоит. Уже много лет, кстати, здесь. Не знаю, кто здесь ходит или не ходит его навещать. Глядеть, шашлыки жарить. Он стоит, никто не трогает. Другой раз думаю сходить сюда с детьми, допустим, на шашлыки, мангал с собой нести не надо. Здесь стоит вполне. Но придешь, а тут кто-нибудь займет его. Да, придется без шашлыков остаться. Так, пусто. Вот, говорят, на Серебрянке вообще грибов нет. Люди были, ни одного гриба не могли найти. Но я пока 4 нашел. Один, да, 5, один червивый, такой красивый масленок. Ну, червивый. Какой красивый свежий грибочек. Нашел парочку, пока шел. Ну, не густо. Наконец-то попался подосиновик. Первый за этот день. Вон, красавец. Вот там сыроежка. Вот в этом лесу. Вот обычно вот такие грибы растут. В больших количествах. В этом году их здесь очень-очень мало. В принципе, я еще не все прошел. Сыроежки пошли. Ну, мне кажется, вот через пару дней, погода обещает теплая, через пару дней здесь будет много грибов. Как раз они пойдут только. Начнут поулазить, как говорят. Потому что стояли холодные дни. Там еще сыроежка. Попадаются, да, больше, чем в прошлый раз, когда я видео снимал, говорил, что грибов в лесу очень мало. То грибов в лесу стало намного больше. Намного. По сравнению с тем, что было в субботу. В субботу я ходил. Сегодня вторник, 27 августа. Сегодня грибов уже побольше стало. Северная природа, она удивительная. В каждом месте свой лесок, свой ландшафт, своя реальная природа, разная. Если идти, допустим, в Шонку, там одна природа,
ближе севернее, там другая. Тундра, леса, тундра. Кстати, под Шонгой там практически тайга. Заросли густые, деревья высокие. А здесь такие вот маленькие березки. Сосновый лес, смешанный лес. Там вот, в тех сопках, там уже тундра начинается. Чем вот прекрасен наш лес, что он не повторяется. Если в средней полосе там идешь, все одинаковые, деревья, тропинки, трава, то здесь все по-разному. Везде и заблудиться сложнее намного, потому что лес разный. Запоминаешь, у меня даже дети, они легко ориентируются в лесу. Говорят, о, мы здесь были, мы идем туда. Сложно заблудиться в этом лесу, хотя народ умудряется почему-то. Вот моя любимая полянка. Здесь обычно очень много грибов. Да, захожу, короб ставлю, пакетиком пробежался несколько раз по этому лесу и все. И затарился. Я, получается, где-то обычно 4 ведра грибов собираю, как многие переводят на ведра. Вот если такая погода устаканится, говорится, то грибы еще появятся. Можно будет ходить и набирать. Ну, это мой такой прогноз скромный. Не обязательно на него полагаться. Вот, иду. Редко грибки попадаются. Что-то когда я снимаю, снимаю. А я грибов не вижу. Камеру включаю, ножка продышь, о, гриб. То есть ножка продышь, гриб. На пожарить все уже собрал на ужин. Я почему-то многие говорят, что грибов вообще нет в лесу. Серебрянки. Ну там людей еще много ходит. Здесь как-то поменьше, поспокойнее. И вот сейчас, где я нахожусь, там нет связи. Он все перекрывается сопками. Интернет, то, что интернет, даже просто связи нет. Не позвонить, кому смс-ку не написать. Вот сыроежка. Она червивая, скорее всего. Не буду ее брать. Чем здесь хорошо? Здесь можно сесть, развести костерчик. Никто тебя не беспокоит звонками, уведомлениями разными. Спокойно сидишь. Вот, скорее всего, вот из-за той сопки тут связь перекрывается. Сопка большая. Очень редко бывает, что я ходил, именно там гриб увидел и к нему пошел. Обычно нет такого. Обычно идешь, собираешь путь. Тут, смотри, вдалеке такой вот красавец виднеется. Смотрите. Вот это тому, кто говорит, что в этом году вообще грибов нет. Смотрите, наслаждайтесь, завидуйте. Вон еще один вдалеке. Так, пожалуй, я здесь немножко похожу. Вот уже совсем другая природа стала. Смотрите. Такая лесотундра. На камне мох растет. Вот это все камень. На нем мох. И березки такие маленькие. Вот сосновый лес. Что здесь все меняется. Ветер, сейчас дождик должен пойти. Надо двигаться в сторону дома. Вот интересно, чей это помет. Такой довольно не маленький. Кто знает, напишите в комментариях. На медвежий не похож, на собачий тоже. Может, росомаха тут ходит. Лось вряд ли тут, и на лосячий не похож. Вот так должно быть. Вот, три грибка красивых.
Так, я выхожу из леса, вон люди работают. Ставят эти столбы алюминиевые или какие-нибудь там. И вижу второй раз здесь. Яму копают. Так, все, я из леса вышел. Удачно, мне еще идти 1,5 километра. Ну, дождь начался. Удачно то, что я вовремя вышел. И попал под дождь в лесу. Все, смело идите в лес. Грибы есть. Я думаю, уже на неделе они будут. Такой мой прогноз небольшой. Был я вон за той сопкой.